Карагандинец подарил вторую жизнь ретро-мотоциклу. Впервые опробовал свой новенький старый мотоцикл Владимир Адюкин, известный в Караганде автогонщик и заядлый картингист. 6 лет труда и старой кучи ржавого железа получился сверкающий мотоцикл BMW 1951 года выпуска. Сергей Высокосов своими глазами увидел техношедевр. Довольный стрекача мотоцикл под управлением его создателя, или вернее, воз-создателя Владимира Адюкина, выписывает восьмерки. Завелся с первого раза, что немаловажно. Тем, кто до исступления влюблен в машины, понятна эйфория от первой поездки. Вот я даже не хотел бы, чтобы меня в этот момент видели. Я его чувствую себя, как будто мне 15 лет. Только буйная фантазия могла заставить 6 лет назад поверить, что из этого может получиться хоть что-то напоминающее хотя бы велосипед. Да и сам Владимир только присматривался к своему будущему детищу. То есть это не было 6 годами непрерывной работы. Все было в основном по настроению. А чистая работа где-то около полугода заняла. Правда, разочарований хватило на все 6 лет. Только белые полоски выкладывались с помощью бумажного скотча 2 недели. Надо было соблюсти все параметры до миллиметра. Специалисты, которые должны были красить мотоцикл, забраковали весь труд. Работа встала на год. Все, я не мог успокоиться. Ну кто знал, ведь массовая модель F35 BMW выпускалась с 1937 по 1940 годы в Германии. Война потребовала более мощных мотоциклов. Послевоенный раздел оставил завод по производству мотоциклов в ГДР, в городе Ойзенах, и на нем возобновилось его производство. Оттуда и этот мотоцикл. Настоящая, овеществленная история целой эпохи. Все меняется. Только Виктор Адюкин за эти 6 лет не изменил своему спортивному пристрастию. Готовлюсь стать дедушкой. Единственное, что изменилось. Самое главное – семья. А в спорте все продолжается. Я, как раньше, участвую в гонках, в картинге, в ралли немножко, штурманом. Зять у меня пилот. В ледовых гонках в Караганде сейчас взяли инициативу на себя, молодое поколение проводит гонки, я тоже там участвую и как пилот, и как штурман, в общем-то, продолжать. Все, с чего я начинал, тем и занимаюсь. Красивый человек на красивой машине, восстановленной собственными руками, вольно или невольно, делает мир интереснее и прекраснее. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.